И всем привет, ребята, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Castlevania Lords of Shadow 2. Итак, мы направляемся в то вот место, где, собственно, все началось, откуда культисты выпустили зеленый газ и теперь превращают людей в монстров. Нам нужно достать антидот. Итак. Вы что, на меня там, что ли, быкуете? Противные твари вот эти вот. Люди. Эй! Я же должен не схватить. Так, у нас медальон, похоже, дракона. Блин, мне бы сейчас по парочку-тройку крепких врагов, против которых можно было бы набрать нам ману. Итак, возвращаемся в то место, где мы уже были. А именно там. Фармацевтическая лаборатория. Раздолбали уже. Смешно. Так, где я? Блин, опять люди. Не то взял, блин. Ну а ты там стоишь. Самые, наверное, неудобные противники для меня вот эти вот летающие. Хоть ману установил. Так, что у нас? Ага, тут мы бились нашей красавицей. Вот там внизу все происходило. Нам в ту сторону, значит. Окей. Других проходов у нас таких нету. О, а тут нас швырнули через стекло. Блин, я бы там спрыгнул бы, побегал бы там. Ну, а боюсь, нас оттуда просто-напросто не упустят, потому что там нужны очень глаза ученого, чтобы пройти. Блин, не так, но...
releasing cleaning gas. Please do not make sudden movements. Decontamination successful. Initiating hatch opening. Какие-то артвоки находим. Ну да, если что, падать далековато. Кажется, тут ученые, интересно, ходили. Еще один кристалл хаоса. Похоже, и тут нас сейчас тени, слава богу. Дробовики? Такого черта у них дробовики есть, а у меня нету. Скотина-то. Ну иди сюда. Не, серьезно, какого черта у них дробовики есть, а у меня нету? Ладно, что у нас тут? Падение вниз, явно. Раскаленные эти металлические штыри. Это будет больно. Последний. И там у нас увеличилась магия. А да. Что это за здание тут, а? Тут здоровенное. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Поспешил. Да блин! Ух, еле успел. Окей, мы забрались на башню. Что же нам тут нужно? Тут танки стрёмные, кстати говоря. Это вообще мост какой-то. Где-то эти.
Блин! Прилетел на твою скотина. Рванет. А теперь твоя очередь. Как же ты меня задалбливаешься на defensive action? Ай, блин, все-таки я убил. Ну, жалко. Какие лёвы-то. Или же это не лёвы? Кстати говоря, надо бы что-нибудь прокачать бы. О, тут у нас даже есть мастери. А если честно... Может, что мне тут не нравится, то что все эти... именно удары. Вообще, по сути дела, это все это одно и то же, то, что у нас есть и на кнуте. Та же там гильотина. Пускай будет. А у нас уже есть. У нас что такое? Ну, вот это, конечно, прикольно сделано. Вау. Vengeful Stab. Пускай. Прикольно, прикольно. Ладно, идем дальше. Опа. Уф. Еще одна коробка. Угу. Окей, и куда нам дальше тогда? А, вижу проход, вижу. Что же такое было? Хотя да, вспоминаю, на замок напали. Хотел сказать, что же такое было, что вот это такое все раздолбанное?
открыта. Как-то нам много всего реликвий дают. Может, не значит ли это, что в будущем будет что-то очень трудное? Целый подземный город. Только посмотри на это. На самом деле, даже когда уже не понимаю, куда мы идем, зачем мы идем. Ай, блин! Я думал, там вниз может спрыгнуть. Если я не спрыгну, то я тоже умру, лишь паду на эту гонет. Думаю, нам что-то придет из этого тут. Что-то насчет этого было? Значит, вот так. Совсем чуток ведь остался. Что это такое? Counter-sweep. Окей. Сделаем, посмотрим, что это дает. Мастер-скилл. Понимаю, это наша остановка. Ну да, не сверху пройти, не понизу. Опасно. Опять черные вентиляции. Опять они, опять эти стражники. Темного участка я тут не вижу. Ладно, и зачем надо превращаться в крысу вообще тут было? Нет, он раздавил нашу крыску.
сыпется на мне. Еще пока все это исполняется. Надо как-то сделать так, чтобы мы одного отвлекли, другой пошел к нему, мы по-тихому пробрались к тому за спину и в нем вселились. Вот таким агаром вроде как. Да, мы зомби. Блин, так не падай. Access granted. Конечно, хрени в таких доспехах. Ученые. Такого. Тебе это просто показалось. Давай, убирайся отсюда. Ты не шатайся ты. Мне нужно выпить. Я думал, что он уже видит, сейчас пойдем к ним. Окей, надо отвлечь. Ладно, я думаю, хоть одна из девяти крысок да проживется. Просто-напросто в наглую.
люди. Еще в газовых масках. Показалось, друзья, где это показалось? Воу. Я тоже так умею. Ах ты шкотина. О! Значит, выпить крови из тебя не получится. Воу! Я вернулся, тварь. Намек то, что надо бы этого поддержать. Вот черт! Здоровяк, летай, это твоя. Это твоя остановка. Я ж сказал, это твоя остановка. А, черт возьми. Я вижу. Да блин, я же должен был спрыгнуть. Я снова не хочу спрыгивать. А, блин, так почему все время все ловлю? Так что у вас? И что, просто подождите, пока мы все проедем. Потому что вниз, да, он не хочет прыгать на платформу.
сторон двигаться. Стоп. Вниз! Вниз! Вот так-то. Все-таки да, сюда надо было. С миниганом. Что меня убило, блин? Он мне случайно тычок в нос сделал локтем. Да, это был тычок в нос. Однако сильные твари, оказывается. Как он меня убил, не стреляя прямо в меня. Ясно, значит, все-таки его мышами надо отвлекать. Страшно, где Голгофа тоже у нас. Он так будет руками махать. Вот почти что получилось. Ведь почти что получилось. Так-то. Уродина. Ах ты ж. Так ты выжила. Давай. Я ж тварь, а? Я подальше от тебя.
Ой, блин, я думаю, до сих пор мультик идет. Я убью водителя от поезда, и мы все разобьемся и сдохнем. Ну иди сюда. Не успел уйти. Что, отъехал еще? Я только я могу жить все время бесконечно. Прощай. В следующий раз, когда подкрадешься ко мне сзади, это будет последним. Забор послал меня. Он чувствует, что тебе понадобится. This train leads somewhere important. I saw many of their elite boarding it. Find where this leads, and we find the antidote. Come on, let's not waste any more time. Да, да, да. Короче говоря, он сказал то, что Зоборг почувствовал, что нам нужна его помощь. Габриэль сказал то, что нам не нужна ничья помощь, тем более его охранника. Я спросил, что мы ищем, мы сказали то, что этот поезд вез что-то особенное, так как на его борту было очень много элиты. Да, смотри, тяжелый. Мы продолжим этим путем. Что там мы можем теперь сделать. Так, что у нас внизу? Что-то, что можно нажать. Монстры. Ну что же, идите сюда. Блин, опять чёрт, другой ушёл.
Что значит, что мы можем наверх забраться? Оу, что за... нахрен? Окей, зачем мы все забрались? Нам явно вниз. Так, во-первых, посмотрим, что же все-таки мастер левел. Окей, что это дало? Повышение урона. Что-нибудь еще? Или же это просто так вот для набора ачивок и опыта? Придется, значит, просить его подержать этот переключатель. Find some way for me to reach you. А, да-да, конечно. Стой там и держи переключатель. Нам не нужна твоя помощь. Ключ? Find some way for me to reach you. А, блин, на. Б, блин, теперь. Ну здрасте. Find some way for me to reach you. Come on, let's not waste any more time. Здоровенный демон. Это уж тебя, по-моему, да, у нас кнопка усилился. Красиво он летает. Все, что ли? Вау! Ясно, взрывная волна. Буду иметь в виду. Take my hand and jump. Интересная идея. Не, было прикольно, если бы сделали какой-нибудь слэшерный кооп. Было прикольно. У нас ничего интересного нет. Добрак нуждается во мне. Я должен идти. Ну и уходи. Стоп, 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 стоп. А там у нас что? А, ничего. Судя по всему.
Еще одну хрень такую нашли. Что ж это за останки-то? Останки каких-то зданий. Внизу на что? А, ничего похоже. Еще один кристаллик хаоса. Блин, я хочу вниз спуститься. Так, а что у нас? А сюда нам краски нужно идти. Кондеи стоят. Ну что же, призовем нашего Сифа. Куда же ты нас принесешь в этот раз? Странные такие голоса. Постоянно пытается нас убедить, то, что мы, это наша настоящая семья, что тот мир не любит нас. А, то есть мы тут уже были. Воу. Не заметил, куда шел он. Дал балдри прикрываться стенным щитом. Кстати говоря, магазинчик. Здесь ничего нового не появилось. Чистит там что-то. Пока, брос. What can I do for you, sir? Артворк. Хрень, где спрятан демон. Thank you, my prince. I hope to see you soon. Насколько понимаю, последняя реликвия, которая у нас была не взята.
Ну-ка, да. Просто тоже нам дают бесконечную магию и хаос. Ладно, нам явно не сюда надо было приходить. Сюда. Ну да. Отец! Мать очень беспокоится. Ты можешь пойти со мной? Сейчас! Что случилось? Кто-то хочет навредить нам. Мой сын. Нас ведь перенесло. Ох, сколько костей. А я, может, я хочу пойти. Но там закрыто. Какой здоровенный зал. My lord. Кармила. Кармила. This must be a dream. Это должен быть сон. And if you were never to wake again, would it matter? Если ты не проснешься, разве ты? Нет разницы, я тебя уничтожил очень давно. Но это был не ты. All those years ago. Все эти годы. Я теперь твоя. Делай сам все, что захочешь. Что? Нас отравили? Теперь я внутри. Себя и твоя слабость будет моей силой. Сука. Ты никогда не уйдешь отсюда, мой принц. Значит, вот так вот нас отравили. Кармила отравила кровь внутри нас. Эта сила, точнее сила этого отравления, растет по мере того, как мы получаем урон. Вы станете ее слугой, когда в общем процесс закончится. Фух. Ай, не ушел.
чувак, мини раз мужчина. Не успеваю даже его перехватить, удар его. Я стал ее слугой, получается. Да, нельзя получать повреждения ведь. Lovely Carmilla is testing me again. Блин! Надо мне, блин, не зажимать в угол. Закончилось. Гейбриэл, ты настоящий? Или просто сон тоже? Я здесь.
сильные когти же у тебя, Гебриэл. What power is behind this? Какая сила стоит за этим? You're standing here. Ты стоишь тут, как будто бы сотни лет не проходило с тех пор, как я видел тебя живой. И нашего сына, спрятанного внутри. Должна была защитить его. Слишком быстро. Did they tell you that blood would fight against blood for all eternity? You were deceived, Marie. Tell me, is this God's reward for the devoted and the foolish? You are no fool, Gabriel. I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracul. I am the Prince of Darkness. I am, and will be, forever a thorn in his side. That is my vengeance. I know who you are. And I know you want this to be over. But this suffering had to happen. And it will come to an end soon, my love. I have been sent back to help you. You cannot help me. You're not here. You're not real. I am as real as the blood of that witch that is poisoning you as we speak. Ah, oh, this castle and its inhabitants fear that you will leave this place forever. They will stop at nothing to keep you here. Your power keeps them alive. I know. This place has been my home for many centuries. Now, all I want to do is escape. I've seen our son here. This is no place for a boy. It's no place for you either, Gabriel. It never has been. It's time for you to go. It's time for you to return to us. To your family. Now you must drink my blood. It will help fight Carmilla's spell. Remember, I am always with you. Зачем тебе свет, Кармила? Ты же вампир. You're not going anywhere, my prince. Ну что ж, очень-то краткий пересказ мультика, ребят. Да, мы встретили свою жену, которая оказалась во плоти, которая была послана, чтобы помочь нам. Габриэл тут же
воскликнув, что, в общем-то, ее тут нету, что он теперь идет против Господа за то, что тот его наградил тем, что он не может умереть и воссоединиться с его женой. Она ему сказала то, что все не так, что скоро его страдание закончится, и то, что он должен покинуть это место. Этот замок не для него, также не для его сына. И она дала нам выпить ее кровь, чтобы она помогла нам бороться с заклинанием Кармилы. Угу. Нам еще нужно зажечь несколько проходов. I'm coming to get you. Да, конечно, Кармила. Конечно. Where are you, my prince? Где-то тут. Ага. То есть вот так вот. I'm getting tired of chasing you. Ну не надо. И не преследуй. I can smell you. I'm starting to get bored. Какой ужас, ей становится скучно. I know you're near. Так, окей, ну блин, я же все эти зажег. I can't see you, but I know you are here. Oh. You can't escape. You're mine now. Черт. Просто-напросто отпинал. Ай, блин, нельзя забрать. Ты вернулась, давай. А, все открыты. Я просто один из... не пропустил. Точнее, пропустил один крест. А, и там еще с ней играться. Не думаю, что ты меня победил, мой принц. Бога-га-га-га. Ну что же, я думаю, преследовать ее будем уже, ребят, в следующей серии. Ну а пока, с вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, ребят, всем пока, до новых серий и до новых врывов.